называется «Россия, которой пофиг». Пофиг на внешних врагов, пофиг на европейские санкции, пофиг на спецоперацию, пофиг на свой народ. В общем, короче, пофиг на все. Костюм мой состоит из туники с патриотической надписью, косынки с моим жизненным девизом, яблоко, которое и средство связи, и косметика, яблоко на тарелке и молодильные яблоки. А в другой руке у меня патриотически воспитанный ребенок, которого все боятся. Его не страшно на войну отправить, там всех клочья порвет, а если убьют, не жалко. А тут еще у меня вот флаг Российской Федерации. Я никого не оскорбляю, а всегда о серьезных вещах говорю, всегда с юмором. Понравился вам мой образ или не понравился? Мне пофиг. А мне пофиг.